Твери завершается кампания по ремонту дорог в рамках нацпроекта БКД. На сегодня общий объем выполненных работ более 85%. На 62 объектах из 70 уже все полностью готово. Особое внимание уделяется проверке качества. Заполнен швы между плиткой и песком. Это у нас дом номер 2 на улице Андрея Дементьева. С начала сентября на готовых объектах центрального района проходят рабочие комиссии. В их составе сотрудники администрации города и района, представители контролирующих органов и общественности. Они проверяют, соответствуют ли выполненные работы нормативам и проектной документации. Большое внимание уделяется доступности среды для маломобильных граждан. Определены замечания. Основные касаются застоя воды, также недостаточно понижен бортовой камень на тротуарах. Кроме этого, имеются недоделки в виде незасыпанного бортового камня, незаделанных штроп. Все замечания записаны в акт рабочей комиссии. Установлен срок устранения замечаний. Подобные рабочие комиссии проходят в каждом районе Твери. После сообщения подрядчика об устранении всех замечаний и готовности к сдаче объекта назначается дата выезда межведомственной комиссии на приемку.